Свободная экономическая зона Какан занимает чуть более 713 гектаров земельной площади, на которой развернули свою деятельность 135 инвестиционных проектов стоимостью порядка 760 миллионов долларов. Был дан старт еще одному. Начато производство высококачественной пряжи. О возможностях предприятия и планах на перспективу в материале далее. На 12,5 гектарах разместилось вот это крупное предприятие, ориентированное на выпуск пряжи. На его строительство компания «Какан Глобал Текс» вложила 535 миллиардов сумм, из них 27 миллионов долларов – банковский кредит. Также намечены экспортные поставки продукции на 12,7 миллионов долларов. 60% нашей продукции будет поставляться на внутренний рынок, 40% на внешний. Мы уже начали поставлять текстильные изделия в Турцию и Иран. Создали 525 рабочих мест, в которых задействовали не только население Учкуприкского района, но и молодежь соседних районов. Предприятие оснащено оборудованием из Швейцарии, Италии, Турции, США, Испании. Благодаря пристальному вниманию руководителя страны к вопросам поддержки предпринимательства и дальнейшего улучшения бизнес-среды в Узбекистане, этот производственный комплекс наладил переработку хлопка сырца, тем самым достигнув выпуск почти 10 тысяч тонн высококачественной пряжи. Главное, что и здесь предприниматель умело воспользовался всеми льготами, установленными для предприятий, работающих в СЭС «Какан». И как итог, создано крупное предприятие. Оно оснащено по последнему слову техники. Трудоустроены женщины из числа сельской местности. За это я очень благодарна нашему президенту. Нужно ценить то, что у нас есть сегодня – мир и стабильность в стране. Запуск данного предприятия обеспечил стабильным заработком жителей региона. Сейчас 81 представитель молодежи получил постоянную работу. Это молодые люди не только из нашего района, но и из других махаллей и районов. Рабочий персонал обеспечен питанием и транспортом, который их развозит. Условия очень комфортные. Это образец широких возможностей, созданных президентом страны для предпринимателей и фермеров. Предприятие «Какан Глобал Текс» обеспечивает занятость молодежи. Это говорит о внимании. И нужно быть благодарным за такие прекрасные условия и ценить, а также усердно работать. В свободной экономической зоне «Какан» для бизнесменов есть возможность запустить мощности с полным циклом переработки хлопка. И согласно плану, на следующем этапе проекта организуют ткацкий процесс и создадут дополнительно 500 рабочих мест.